Сегодня утром уже в Анадыре тоже произошло дорожно-транспортное происшествие. К счастью, без жертв и пострадавших. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado двигался по федеральной автодороге со стороны вертолетной площадки к улице Энергетиков. Машина впереди остановилась, чтобы повернуть на заправку, и во избежание столкновения водитель Land Cruiser выехал на встречную полосу, не убедившись, что она свободна. В результате допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем ГАЗ. Оба транспортных средства получили механические повреждения. По данным госавтоинспекции, причиной ДТП стало несоблюдение правил скоростного режима, а также расположение машин на проезжей части. Водитель, по вине которого произошло ДТП, привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере 1500 рублей.